Доброго дня! Сегодня готовлю салат, с помощью которого вы будете сыты, но при этом худеть. Начинаем! Отварную куриную грудку нарежу небольшим кубиком. Очищаю грейпфрут. И теперь нам необходимо извлечь именно мякоть. Честно говоря, я не очень люблю грейпфрут, но в этом салате он для меня играет совершенно другим вкусом. В этом салате я ем его с большим удовольствием. Нарезаю зелень. Я использую петрушку. Но подойдет любая зелень, которая у вас есть и которую вы любите. Очень хорошо сюда подходит кинза, но кинзу мало кто любит и ее не всегда достанешь. Мне с кинзой тоже очень нравится, но сейчас у меня в наличии только петрушка. К курице добавляю зелень и мякоть грейпфрута. Для соуса смешиваю соевый соус, немного растительного масла и добавляю смесь перцев. Очень хорошо подходит для этого салата перец чили. Если у вас есть свежий стручок и вы любите острое, мелко его нарежьте и добавьте в салат. Поливаю соусом салат. Салату необходимо настояться и пропитаться, и примерно через час его можно кушать. Если же вы берете его с собой на работу, перекладывайте в контейнер, и он прекрасно подождет еще несколько часов до вашего обеда. Если же вы кушаете дома, то можно все выложить на микс салатов и слегка посыпать кунжутом. Не знаю, как мужчины, но женщины наверняка оценят этот салат по достоинству. Готовьте с удовольствием и приятного всем аппетита!